жінки військовополоненого, якого не обміняли в останній час, він танкіст. Справа в тім, що зайшла розмова за те, що він, як наш президент казав, що він військовополонений. На самому разі він просто лукавив, м'яко кажучи, а точніше брехав. Військовополонений він не може бути в зв'язку з тим, що нас немає агресора, нас немає окупованих територій, нас не можуть бути, Червоний Хрест не може за нього заступитися, попасти до них в камери їхніх заключення. Вони просто люди, які тимчасово затримані. І хотілося побажати президенту, як він сильно говорить, що він дуже сильно переживає за наших хлопців. Хай об'явить тоді окуповані тимчасово території, країну-агресора. Тоді міжнародні організації зможуть проводити свої міроприємства по їхньому визволенню. Так що, пане президенте, може ви почуєте, а не на словах будете розмовляти, що ви сильно вболіваєте за наш народ. Дякую. Доброго дня. Я думаю, що ніхто нічого не почує, тому що команду він отримує не від народу України, а із Москви і із свого кармана. І давайте вже з цим верой доброго царя заканчивать. Нам нужно вообще демонтировать этот золотой унитаз, чертова матери, чтобы вместо него был обычный госслужащий. Он, посмотрите, Меркель нормально скупается на супермаркетах фотографии, посмотрите на австрийского президента, посмотрите на британского премьера и т.д. и т.п. Мрази такой нам не надо. Значит, что касается сегодняшнего дня. Завтра у нас уже Рождество, рождественская ночь. Ну, всех уже с наступающими святами витаю. И хочу обратиться к тем, ну и кто нас там слышит и смотрит, к тем, кто немножко засумывал на свято. Я читаю так ленту Фейсбука, слышу там разговоры, а вот там людей не собралось в прошлом году, а вот народ не вышел, а вот все пропало, а вот ничего не делаем, а вот давайте что-то делать. Ну, я уже говорил об этом вчера, хочу повторить еще раз. Давайте вспомним, что мы уже сделали. 17 октября мы выходили, понимая прекрасно, но я четко понимал, что по щелчку пальцев миллионы и сотни тысяч не выйдут. Потому что люди напуганы войной, люди напуганы, дезинформированы, дезориентированы теми потоками дерьма, который льется все три года и на добровольцев, и на войсковых, и на тех, кто еще не потерял совесть, в том числе тут, в Верховной Раде. И было понятно, что если даже каким-то чудом они выйдут, ничего не изменится. Потому что с этим миллионом, с этими сотнями тысяч еще что-то надо делать. Я помню 1 декабря 2013 года, что-то я не помню, что кто-то мог вообще понять, что с этими гигантскими массами людей делать. В итоге закончилось все Грейдером, ну и Порошенко. Поэтому 17 октября мы вышли, мы здесь закрепились. Хочу сказать, что напомнить, что за три года, за три с половиной года, ни одна попытка установить намет на Майдане, а тем более в правительственном квартале, не увенчалась успехом. Все сносили. Мы это сделали разом. Мы отбили все с вами атаки спецпризначенцев. Мы вместе все провокации, когда нам присылали алкашей, наркоманов, бомжей, провокаторов, людей, которые сеяли ссоры, все это тоже вместе отбили. Мы четко показали, что мы хотим, какие у нас цели. И если в ноябре порядка 40% людей в Украине слышало о том, что мы тут, сейчас это уже 65%. Если в ноябре всего лишь 21% поддерживали или частично поддерживали наши требования, сейчас это, по разным данным, примерно 40-43-45%. То есть пробили информационную блокаду вместе. Первый раз за 3,5 года вышли на улицу десятки тысяч людей. Первый раз за 3,5 года люди реально посмотрели и увидели реальную поддержку. Я не буду называть их барыгами, для них это комплимент. Мародерами и предателями. Все вы помните эту акцию по кофепитию, все вы помните, сколько там было людей, все вы помните, как все смеялись. И все вы помните, что мы сделали все, чтобы ни одна из провокаций, которая могла бы быть задумана, не удалась. За это время мы знаем, что начались репрессии. Так вот, всех тех, кого выкрадали, поступово вытаскивали на домашний арест,
Всех тех, кого пытались депортировать, люди либо отбивали, судьи либо отпускали. И мы знаем, почему незаконные уголовные дела передали в Мариуполь. Да потому что нигде в других местах ни судьи, ни полицейские, ни прокуроры не готовы выполнять преступные приказы. То есть на самом деле... На самом деле сделано очень многое. Просто задачи стоят еще больше. Забудьте вообще про Порошенко. Если бы задача стояла убрать Порошенко, а лозунг наш был бы «Банду геть», мы бы это все закончили еще в этом году. Порошенко — это одно из только щупалец. Щупалец Путина, щупалец российской олигархии, щупальцы коррупции, с помощью которых они правят в стране. Что неужели кто-то думает, что если обрубить одну голову, гидра не отрастит другую? У нее уже очередь кандидатов в президенты, атаманов, тимчасово выконующих обовязки. И прочее, прочее. Поэтому, забирай. Поэтому, памятуя наши ошибки в 2004 году, в 2014 году, когда мы посадили на золотой унитаз вместо одной жопы другую, я напоминаю, что задачи у нас стоят масштабнее. Нам необходимо четко создать революционную организацию, подобрать кадры, которые возьмут на себя управление державой. Нам необходимо дальше убеждать людей, что мы делаем, почему это правильно и почему с нами не страшно. Потому что люди, большая масса, напуганные. И если будут их пугать еще больше, они могут выбрать вот этот олигархичный порядок, когда их никто не режет, никто не убивает, кроме тех, кто случайно попадет под Мерседес. Кроме тех, у кого будет слишком квартира лакомая, кроме тех, которые на СБУшников покусятся или войдут в конфликт с каким-то прокурором. А вся остальная масса, не понимая, что мы хотим дать, может бояться, и нам нужно их успокоить, объяснить, что это все не страшно. Нам нужно понять и для себя, и объяснить другим, что делать, если Вова внезапно решит помочь Пете и попрет дальше. Нам нужно массу решить вопросов. Поэтому еще раз напоминаю, что рождественские праздники для тех, кто здесь дежурит, и для тех, кто нас смотрит, это не только время побыть с родными, те, кто нас смотрит, и в том числе отоспаться. Потому что когда мы победим, и самое главное после этого, особо спать не придется. Задач действительно очень и очень и очень много. Поэтому, если внезапная наша остановка на 20 дней из-за свят кому-то кажется скучной, нудной, печальной, вспоминайте известные слова, что сначала они нас не замечают, потом они над нами смеются, потом одни с нами борются, а потом мы побеждаем. Мы находимся уже между третьей и четвертой стадией. Поэтому цените то, что есть, отсыпайтесь, передавайте привет там родным, близким, те, кто не дежурит сейчас здесь с нами. Постарайтесь провести время с семьей. В общем, всех с наступающим. Давайте не только смотреть вперед, но и оглядываться на то, что мы уже сделали. А сделали, не буду матюкаться, много. Слава Украине! Героям слава! Всем дякую. Разъедись.